Задержан за получение взятки. Краевое следственное управление разместило видео задержания руководителя Барнаульского горзеленхоза Сергея Гончарова. В тот момент, когда чиновник получал часть взятки, его и задержали правоохранители. По версии следствия, руководитель горзеленхоза потребовал от индивидуального предпринимателя города Барнаула взятку в размере 222 тысяч рублей за заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана, прошедшего в краевой столице в июне 2018 года, на общую сумму более 1 миллиона 290 тысяч рублей, а также своевременную оплату данных работ. Теперь Гончаров заключен под стражу, а следователи тем временем устанавливают другие возможные факты противоправной деятельности руководителя муниципального предприятия. В рамках дела будет дана также юридическая оценка действиям предпринимателя, который дал взятку. Кстати, за 4 года МУП «Горзеленхоз» заключила контрактов на общую сумму около 193 миллионов рублей. Ранее чиновник продолжительное время работал руководителем похоронной службы города Барнаула.